А как ты думаешь, когда компания уже чувствует, корпорация, что пора менять подходы, с какой лучше стороны, кому и как заходить, я имею в виду, если там надо все-таки совет директоров в этом убедить, кто должен быть ядром? Понятно, что лучше всего, наверное, если это SEO, или, я не знаю, может быть, у тебя другая точка зрения. Вот. Кто должен быть драйвером, который может всех взорвать идеей, что да, все, давайте, короче, нам пора меняться? Ну, смотри, здесь же как-то есть изменения внутрикорпоративные, связанные с процессами, там, с регламентами, с подходами, с культурой. Это вот, ну, как-то к стартаперству, к предпринимательству мало, честно говоря, отношения имеет. Это просто, ну, там, цифровая трансформация компании. Это не цифровизация, потому что цифровизация, ты там процессы делаешь по-другому, а трансформация, когда ты вот меняешь полностью компанию. И понятно, что здесь запрос может быть из разных вещей. Это может быть от совета директоров прийти. Это может от акционера прийти. Это может от SEO. Ну, то есть в любом случае, если запрос на глобальную трансформацию созрел, он может прийти даже от там, следующего уровня топ-менеджмента. Они пришли и сказали, слушай, там, SEO, как, вот смотри, там результаты вот такие, как бы мы в этой там не очень довольны, мы хотим вот такие, давай-ка мы поменяем. То есть это, в принципе, можно и снизу рождать. Но в любом случае, пока это не купили, там, акционер не купил, конечный бенефициар, владелец этого всего, это будет идти очень, очень сложно, со скрежетом.